Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Obby Bot Your On A Bike. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нету чита на эмулятор Android, либо же телефон, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Hydrogen. Также видео о том, как его скачать, как получить на него ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Далее, в поиске пишем нужный нам режим. Нажимаем поиск. Так, и почему-то не получилось найти скрипт на этот режим, но он есть. Так, давайте попробуем вот эту вот кавычку убрать и без кавычки нажать поиск. По идее, должно получиться. Так, почему-то не получилось. Окей, давайте тогда вот так вот сотрем и вот так попробуем найти. Так, вот так получилось, отлично. Так, получается, на этот режим есть два скрипта, вот они рядом. Сегодня в ролике буду показывать вот второй по счету. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. Дальше нажимаем на эту стрелочку. Потом нажимаем на кнопочку Execute Clipboard и сворачиваем чит. Ждем, пока загрузится сам скрипт. Так. Угу. Я понял. Короче, этот скрипт используется с ключ-системой. Он нам не интересует. Ну, то есть не интересен. Давайте тогда все-таки возьмем другой. Я думал, почему-то он то, что без ключ-системы, но оказывается, в нем она есть, короче. Тогда вот первый по счету вот это скачиваем. Так, ну-ка, все, отлично. Копируем опять ссылку, заходим в игру. Так, открываем опять этот чит, нажимаем эту же кнопку. И вот появляется скрипт. Отлично. Так, давайте тестить. Первая функция — это Wins Farm. Включаем, смотрим, что происходит. Как видите, скрипт автоматически за меня проходит все обе. И тем самым я, получается, зарабатываю победу. Также здесь написано 30 секунд, это получается кулдаун, то есть задержка 30 секунд. То есть раз в 30 секунд вы сможете получать по одной победе, получается. Дальше можно получить байк. Допустим, давайте 22 напишу. Окей. И как видите, у меня поменялся байк. Их вроде бы можно смотреть здесь. Да. Так, давайте, допустим, напишем 35, ну 34. Так, тоже поменялся. О, нифига себе, это даже не байк, это уже мотоцикл. Прикольно. Дальше можно гравитацию себе больше сделать. Допустим, давайте напишем 40. Получается, у меня сейчас прыжок должен быть замедленный. Да, как видите, он замедленный. Можно еще больше сделать. Сколько там было? 90 вроде максимум. Так, поставили, ну-ка. А, сейчас гравитация меньше стала. Окей, давайте напишем один тогда. Что сейчас будет? Во, гравитация, смотрите, офигеть, какая она высокая стала. Я тупо куда-то лечу, в космос. Интересно, это закончится или нет? По идее, да, должно закончиться. Но почему-то я вишу в воздухе. Как-то странно, по идее, должен падать. А, нет, потихоньку все-таки падаю. Но вот эта функция, офигеть. Это просто... То, что нужно, когда проходишь обе. Просто вот так вот в воздухе летишь, куда тебе надо, и все. Прикольно. Дальше можно убрать kill party. То есть нажимаем эту функцию. И, короче, на этой локации, на этом обе, все штуки, которые могли вас убивать, они пропадут. То есть вы можете спокойно проходить обе, даже если вы будете задевать эти штуки. Может быть, их даже не видно будет. Как-то так. Дальше есть функция Collect Card, это получается какой-то ивент, но скорее всего, я думаю, он уже закончился, а возможно и нет, так что это такая себе функция. Вот, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал, а также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан, всем удачи и пока.